Пробуди из Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Сегодня воскресенье, 2 июня, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Господь, во имя Иисуса Христа мы сейчас откладываем, мой Господь, в сторону все другие дела, чтобы обратиться к Тебе в этой молитве, Господь. Новый день начинается, и мы благодарим Тебя за дыхание жизни, за здоровье, за то, что мы смогли встать. Спасибо Тебе. Мой Господь, пусть наша жизнь будет прославлять Тебя в этом мире. Пусть через нас другие люди Тебя познают. Используй, мой Господь, нашу жизнь для того, чтобы Твое имя прославилось. Мы отдаем сегодняшний день в Твои святые руки. И мы просим, чтобы Ты направлял каждый шаг наш, чтобы во всем мы могли угождать Тебе во имя Господа Иисуса. Мой Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварии, катастрофы, проклятия, от всего негативного. Мы отдаем, мой Господь, нашу жизнь Тебе. И по вере мы провозглашаем. Сегодняшний день будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы соединяем нашу веру и молимся за нашу страну. Мы просим, благослови Кыргызстан. Мы молимся за всех жителей нашей страны. Мы молимся за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть в нашей стране. Дай им мудрость, чтобы они могли управлять нашей страной успешно. Мы также молимся за другие страны. Сейчас из разных стран этого мира люди молятся с нами. И мы просим, чтобы Ты их благословил, чтобы Ты их защитил во имя Иисуса Христа. Мой Господь, мы молимся сейчас за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Пусть все эти конфликты прекратятся. Это наша молитва Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мной сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава Богу. Аминь. Я верю, что Бог услышал нашу молитву. Аминь. И Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Я сейчас передам вам направление, то есть слово на сегодняшний день. Обратите ваше внимание, мы прочитаем Псалтирь 68, 2 стих, где в Слове Божьем написано, что Давид помолился Господу: «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». Дорогие друзья, враги Давида не давали ему покоя. И это заставляло его всегда проявлять свою веру, упражнять свою веру, то есть молиться, поститься. Мы видим, как псалмы, они отражают, да, вот эти страдания Давида, скажем так. И мы, когда смотрим на это, мы должны смотреть духовными глазами. Чем больше проблем у человека, чем больше обстоятельств, тем больше он молится, постится, ищет Бога. Чем меньше проблем, тем труднее становится человеку, сложнее становится ему стоять и верить, и не расслабляться. Тогда, когда вы проходите проблемы, трудности, не жалуйтесь. Это возможность использовать свою веру, побеждать и прославлять Бога. Не думайте, что Бог оставит вас. Нет, Он не оставит. Но Господь Иисус сказал, что в этом мире мы будем иметь скорби. И нам нужно смотреть на эти проблемы, как на возможность проявить свою веру, как я сказал, победить и прославить нашего Господа. Смотрите на свои проблемы таким взглядом, и вы заметите, как ваша жизнь будет двигаться вперед. Она будет прославлять Бога на этой земле. В чем люди ошибаются? В том, что когда появляются проблемы, вместо того, чтобы использовать свою веру, молиться, как здесь Давид сделал, люди сдаются, расслабляются, жалуются и, конечно, не видят никакого результата. Подумайте об этом. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. Если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, с какого города, с какой страны, и в ваших комментариях добавьте вот эту фразу. Проблема – это возможность проявить свою веру, победить и прославить Господа. Я в это верю, и скоро я буду свидетельствовать. Аминь? Провозглашайте это. Я верю, что так и будет. Дорогие друзья, мы вас ждем сегодня в Центре помощи Кыргызстана в 10 утра на служении «Вере и чудес». Помолимся за вашу семью, за восстановление здоровья. И у нас будет главный момент служения, когда будем размышлять над Словом Божьим, прославлять нашего Господа. Мы вас ждем. Кто смотрит из других городов, онлайн служение, 10 утра, да, вы можете тоже участвовать. Хорошо? Пусть Бог вас благословит обильно. С Богом. До свидания. Хорошего вам дня.